Слушай, я пить хочу. Сил нет. И ни малейшего понятия, где мы. Так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Все будет хорошо. Мы черт знает где. В горле пересохло. Полная жопа. Но все будет хорошо. Отвяжись, Айден. Что? Все нормально. Ничего страшного, Айден. Извините за вторжение. Я просто ищу, где бы переночевать. Может, у вас... К нам нельзя. Прости. Ну, нет, я... Пожалуйста, мне нужно где-то поспать, хоть всего пару часов, а потом я уйду. Говорю же, к нам нельзя. Теперь уходи. Я спазу. Акури нао, добоне, зарахе, эдинне. Что ты, котнуа стад, бендако, дохкас, адо, бендаго, но дохто. Ладно, можешь переночевать. Входи. Как зовут? Джоди. Я Пол. Это мои дети Кори и Джей. Моя мать Шимасани. Не удивляйся, что она не ответила. Она давно молчит. Мы будем ужинать. Присоединишься? Да. Да, спасибо. Thank you.
К нам мало кто заходит. Куда хоть направляешься? Да так, иду, куда глаза глядят. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. Ясно. А вы ведь Наваха, да? Мы Дина. Это значит народ. Так мы себя зовем. Вы разводите лошадей? Да. Мустангов. Еще у нас есть чурро. Чурро? Овцы. О. Шерсть продаем, молоко. Это немного, но на жизнь хватает. И ферма, похоже, единственная на всю округу. Угу. Были другие, но люди ушли в город. Здесь жить тяжело. Запри дверь и не выходи до утра. Зала. Что их так напугало?
очень странная ферма. Не бойся. Завтра мы будем далеко отсюда. Давай спать. Сиди в комнате. Что это было? Ложись спать. Утром уйдешь. Выспалась? Я велел тебя не будить. Спасибо, мне это было нужно. Будешь кофе? Я пойду. Спасибо. У нас на ферме много работы. Можешь остаться на пару дней. Помочь немного. Платить нечем, но у тебя будет еда и ночлег. Что скажешь? Да,
Да, хорошо. Хорошо. Рабочая одежда у Кори. Переодевайся. Ну что, поработаем? Что надо сделать? Принеси овцам воды. Справишься с этим? Ну да. Останешься? Похоже на то. Клёво? В смысле, еще одна пара рук. Спасибо, Джуди. А? Притащи сено из сарая. Зовут Джоди, и я немного поживу у вас пока. Надеюсь, вы не против? Как красиво. Вы сами связали? Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. Эй, Джоди, обед? Иду, сейчас только здесь закончу. Положи где-нибудь. Спасибо, Джоди. Пора обедать. Иди к ребятам, начинайте без меня. А вы? Попозже. Я еще не закончил. Ладно, увидимся. Садись. Ага.
А вокруг живут другие наваха? Раньше тут было полсотни ферм. А теперь только мы. А остальные испугались. Остальные решили податься в город. Пустыня не всем по нраву. А правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. Ночью я открыла дверь и что-то увидела. Снаружи точно кто-то был. Я не знаю, о чем ты. Тебе приснилось. А мертвые овцы? Что с ними случилось? Та буря. Вышли из загона и задохнулись в песке. Ты всегда такая любопытная. Когда чего-то не понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Откуда ты пришла? Что здесь делаешь? Тебе ведь не понравится. Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Извини, мне надо работать. Не обижайся, Джоди. Он только с виду такой злой. Наверное. Ну, пора за работу, а то отец рассердится. Увидимся. Молодец, Джоди. Пойду как Джей. Гордый и упрямый. Не хочет быть как все. Можно попробовать? Имела дело с лошадьми? Нет. Ну, вперед. Его зовут Ашки. Привет, Ашки. Не бойся, я просто подойду, ладно? Тихо. Тихо, мальчик.
Так и думал. Хорошо, хоть шею не свернула, пытаясь меня удивить. Если хочешь помыться, душ за сараем. Девочки, вперед. Да, хорошо. Короче, а потом как припустил, и знаете что? Больше его не видели. Ну, пора спать. Почему надо запирать дом? Иди в комнату, Джоди. И не выходи, что бы ни случилось. Помнишь, что стало с овцами? Не хочу, чтобы ты пострадала. Черт, да в чем дело, Пол? Что происходит? Иди в свою комнату. Ты тут не поможешь.
Джоди! Джоди, я же велел не выходить. Ты сейчас чуть не погибла. Что происходит? Что это такое? Я что тебе говорил? Сидела в комнате. Скажите мне правду. Вы должны сказать мне правду. Это яйцо. Хочет крови. Он жаждет только крови. Тут ничего не поделать. Нельзя драться с духом. Духи здесь не живут. Он приходит за чем-то. Помнишь меня, Ашки? Мы ведь друзья. Ты не будешь против, если я сяду к тебе на спину, да? Как бы убедить его пойти вперед? Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Тогда вперед! Я понимаю, это больная тема. Но мне нужно знать, что случилось ночью. Пол знал этого духа. Это ведь уже не в первый раз. Яйцо всегда был здесь. Он крадет души по ночам. Старики говорили... Это кара. Проклятие живущих на этой земле. Дух приходит каждую ночь? Иногда каждую. Иногда пропадает на месяцы. Но он всегда возвращается. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Ты как будто бежишь от чего-то. Я просто пытаюсь забыть. Начать новую жизнь. Может, я просто бегу от самой себя? Ты как мы. У тебя тоже свой мрачный секрет, да? Я... Я должна признаться. Я... Джей! Джей! Джей, ты клещ! О, шизе? Тебе башняк, а... А и а, си инде, дэш инф. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодцем. На обратном пути проверю. Я могу туда сгонять? А,
Вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Где колодец? А, он там. Его легко найти. Там мельница. Хорошо. Увидимся на ферме. Ладно, до встречи.
Краун? И что я должна здесь сделать? Дерево. Надо его найти. Yeah!
сила дьявола. Это место я уже видела. Этот без талисмана. Пятый талисман висел на шее младенца. Помоги, Айден. Покажи, что тут было. Слишком быстро мелькает. Ничего не поняла. Там все перемешано как-то. Чего-то не хватает. Покажу талисманы Полу. Может, он что знает. Дала его мать, а ей ее мать. Еще она дала мне это. Пятый талисман.
слушать внимательно и все запоминать. Призвали злого духа, чтобы отомстить. Напал на них. Он был голоден, хотел кровь. Яйцо! Он здесь! Он пришел за нами. Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Они провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю это заклинание, но сам обряд забыт много веков назад. Я видела этот обряд. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Он идет! Душа!
Джоди! Ни один бледнолицый не был на этой земле. Сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Эта земля священна. Себя. Отец и Шимасани у наших предков. Им там хорошо. Thank you.
Так ты решилась? Уезжаешь? Мне нужно кое в чем разобраться. В своем прошлом. Теперь я к этому готова. Ты помогла нам, Джоди. Нам и всему племени. Если не найдешь, что искала, возвращайся. Теперь здесь твой дом. Я буду скучать. Я тоже. Я тебя не забуду, Кори. Ашки будет скучать. Но мы с ним еще увидимся. Пешком собралась идти? Пришлось немного повозиться, но я его починил. Бери, он твой. В знак благодарности.